Что касается взрослой моей группы, это Dance Mix, как раз 16+, то есть в основном ходят девчонки, которые 11 класс, 10, есть еще несколько девчонок, которые уже работают. В общем, в основном, как я уже сказала, это девушки. И на самом деле они все по-разному переживают, как бы, поход на танцы. Для кого-то это было абсолютное раскрытие себя, и настолько они не понимали, что я могу так двигаться, и могу танцевать и афро, и хаос. Я вообще не знала, что это за стили, потому что я стараюсь им каждый урок давать что-то новое. И несмотря на то, что им надо готовиться к ЕГЭ, вот девчонки, которые у меня ходят занятиям, они всегда находят время, чтобы прийти на занятия, и не пропускают. Это очень радует. Они всегда приходят вовремя и говорят: «Кать, мне даже не нужно мотивировать себя, потому что мне просто так нравятся наши занятия, и как они по-разному проходят, и какие разные я практики им даю. Какие-то, может быть, мы делаем интерактивные вещи, взаимодействие, и возможность каждый проявить себя. В конце мы обязательно снимаем, я отправляю эти видео, чтобы они посмотрели, как они танцуют, чтобы отслеживать прогресс, как работать с эмоциями. Они говорят, что мне даже помогает это в жизни. Танцы дают возможность раскрыться каким-то новым граням таланта, и даже если они работают, там одна девочка там в колл-центре работает, говорит, я целый день сижу, разговариваю, но прихожу, и я просто ощущаю себя совершенно разной, могу примерить образы. Нужно быть разным. Вот. Именно это как раз и дает огромный спектр чувств, эмоций и так далее. Потому что мы слишком рационализируем очень многие вещи, а танцы как раз дают возможность вот эти эмоции, недовыраженные, вот, реализовать.